из аварийного жилья в новый 12-этажный дом. Губернатор Павел Коньков в рамках своего визита в Вичугу поздравил с новосельем 79 семей. Благодаря программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в новые квартиры переехал 151 человек. Дом начали возводить в апреле прошлого года. Справились быстро. Все квартиры улучшены планировки. Вичужане довольны. Губернатор пояснил, в регионе для переселенцев до конца действия программы жилья построят еще на 1 миллиард рублей. Все дома, признанные аварийными до 2012 года, будут расселены. Остается нерешенным вопрос по домам, которые признаны аварийными после 2012 года, но я тоже надеюсь, что правительством будет соответствующее решение в разумные сроки принято. Во всяком случае, считаю это очень важной программой и, безусловно, приоритетом правительства Ивановской области.